Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 16 часов. Начинаем нашу трансляцию «Среднесрочный анализ валютных курсов». С вами, как всегда, в это время Эдуард Сунгатуллин, преподаватель Высшей школы трейдинга. Я жду ваши реакции, ваши плюсики будут говорить о том, что трансляция идет нормально, что вы меня видите и слышите. И как только будет понятно, что у нас с вами обратная связь наладилась, мы начнем наш обзор, пока я делаю небольшую паузу и жду, пока вы отреагируете. Итак, если все хорошо, ставьте плюсик. Жду ваших реакций. Так, вот вижу, все хорошо, все нормально. Итак, давайте начнем, как обычно, с просмотра макроэкономической статистики. Посмотрим, что у нас в календарике и каковы события на этой неделе нас с вами ожидают. Обычно мы всегда с вами так поступаем, именно по вторникам. Итак, рано утром сегодня вышли данные по Австралии. Это индекс цен на жилье, годовые квартальные данные, которые показали позитивную динамику. Но вот единственные квартальные данные совпали с прогнозным значением 2%. До этого был рост 4,7%. А вот годовые цены на жилье выросли по отношению к предыдущему отчетному периоду. Продажи новых транспортных средств выросли до 6%. Продажи новых транспортных средств, месячные данные показали положительную динамику. До этого было снижение минус 3,7%. Причем значение это было пересмотрено. Теперь рост составил 1%. Но ключевым моментом, конечно же, во всей этой обойме было это протокол заседания Резервного банка Австралии. На этих данных в целом и на данных по протоколу заседания австралийская валюта немножечко укреплялась в течение азиатской сессии, но в целом торговала сегодня достаточно разнонаправленно. И в целом вот на текущий момент цены находятся, текущие цены немножечко ниже цен открытия сегодняшнего дня. Ну вот, что касается протокола заседания Резервного банка Австралии, в новостной ленте Dow Jones, в частности, об этом пишет следующее. То, что Центральный банк Австралии в декабре оставил ключевую процентную ставку без изменения на фоне признаков того, что рост богатой природными ресурсами экономики постепенно становится все менее зависимым от горнодобывающей промышленности, как это было ранее. Члены руководства отметили, что последние данные Австралии в целом были позитивными, сообщил Резервный банк Австралии в протокол заседания, прошедшего 1 декабря. В целом, прогнозы для австралийской экономики предполагают укрепление ее роста в следующие два года, так как давление на рост ВВП со стороны падения инвестиций в горнодобывающий сектор постепенно снижается. Активность быстро сдвигается к секторам, не связанным с горнодобывающей промышленностью. Резервный банк Австралии добавил, что снижение курса австралийского доллара помогает смягчить последствия падения цен на сырье, оказывая поддержку внутреннему производству. Это вылилось в более сильный рост занятости и соответствует результатам опросов, указывающим на то, что условия для ведения бизнеса выше средних. Банк Австралии сказал, что в принципе экономика справляется с текущими условиями, она уже к ним приспособилась, вот, но немножечко не очень комфортный курс австралийского доллара. Чем ниже будет курс, тем это будет больше помогать экономике Австралии. Вот. Но при этом в очередной раз нового ничего Резервный банк Австралии не сказал. Сказал, что в случае, если инфляция будет оставаться достаточно низкой, то в любой момент Резервный банк Австралии может прибегнуть к стимулирующим мерам и постараться воздействовать на текущий курс австралийской валюты. Но поскольку этого сейчас не происходит, как я уже сказал, в общем-то на фоне всех этих данных и на протоколах австралийский доллар немножечко укреплялся. В 11.15 по Швейцарии вышел индекс цен производителей и импорта. Месячные данные оказались лучше прогноза, составили 0,4% вместо 1,1%. А вот по году отрицательная динамика, но, вернее, отрицательная зона, но при этом положительная динамика. Если до этого было снижение минус 6,6%, то теперь снижение всего 5,5%. Чуточку лучше, чем в предыдущий отчетный период, но показатель также находится на негативной территории. Это, конечно же, совершенно однозначно позитивными данными назвать нельзя. Далее у нас была целая обойма данных по Великобритании. В целом рынок оценил это как позитивные данные. Ну вот, в частности, в основном обращали внимание на индекс цен потребителей, годовые месячные данные. Речь идет об этом. Вот базовый индекс производителей, тоже важный показатель, но он
на него меньше обращают внимание, чем на вот индекс потребительских цен, индекс CPI, потребительской инфляции, так называемый. Да? Вот. И опять же в новостной ленте Dow Jones на эту тему пишут, там достаточно коротенечко, но тем не менее, значит, то, что потребительские цены в Великобритании в ноябре выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако годовая инфляция по-прежнему далека от целевого уровня Банка Англии в 2%. Цены в ноябре выросли на 0,1% после падения на 0,1% в предыдущем месяце, сообщали в Национальном бюро статистики. Руководство Банка Англии, возглавляемого Марком Карни, просигнализировало о том, что желает увидеть признаки ускорения роста зарплат, прежде чем повышать процентные ставки. Это позволит Центральному банку быть уверенным в возвращении годовой инфляции к целевому уровню. Ну и вот... Еще в одной статье я это дело посмотрел. Там, в принципе, сейчас делают прогнозы, то, что при текущем положении дел вряд ли британский регулятор прибегнет к циклу повышения процентных ставок ранее, чем в 2017 году. То есть, а речь сначала шла, что это где-то будет, может быть, ближе к середине 2016 года, но теперь вот уже пересматриваются сроки, и речь уже идет о том, что, скорее всего, это может быть будет отложено даже до 2017 года. Ну, посмотрим, не будем гадать на кофейной гуще, посмотрим, как будут события развиваться дальше. В 13.00 у нас был индекс цен текущих экономических условий Института ЦФ по Германии и индекс настроения в деловой среде. Данные оказались достаточно хорошими и позитивными. На эту тему пишут следующее, то, что настроения относительно экономики в Германии в декабре улучшились, о чем свидетельствует опубликованный во вторник результаты опроса аналитиков и институциональных инвесторов, которые также указывают на некоторое ускорение экономической активности после не слишком удачного третьего квартала. Согласно данным научного центра ЦЭФ, индекс экономических ожиданий в Германии в декабре вырос до 16,1 с 10,4 в ноябре, достигнув самого высокого уровня с августа. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидали повышения индикатора до 15 ровно. Экономика Германии достаточно сильна, чтобы справиться с проблемами, которые готовит нам грядущий год, сказал Клеменс Фюст, президент ЦЭФ. Есть еще статья, посвященная новостной ленте Dow Jones китайской валюте. Здесь речь идет о том, что Китай хочет отказаться от привязки юаня к американскому доллару. Он до сих пор был привязан. Вот, ну и здесь говорится, что стремление Китая отказаться от привязки своей национальной валюты к доллару США говорит о возникших у Пекина затруднениях. Дело в том, что действия Федеральной резервной системы могут подорвать условия китайских усилий китайских властей по восстановлению темпов экономического роста. Здесь все очень просто. Сейчас Федеральная резервная система собирается повышать процентные ставки, а Банк Китая, Народный банк Китая постоянно ставки понижает. И вот здесь они как раз входят в прямое противоречие. И вот на фоне этого как раз сейчас пошла речь о том, идут разговоры, что вполне возможно юань отвяжут от курса американского доллара. Но дело в том, что эти разговоры уже не впервые ведутся, поэтому нужно будет смотреть, как произойдет фактически. То есть отвяжется юань от американского доллара или, как и прежде, будет до сих пор к нему привязан. В 15.00 сегодня был квартальный отчет Банка Англии. Данных пока что в новостной ленте я не видел. Давайте посмотрим сейчас. Может быть, прямо в текущий момент они вышли. Взглянем. Так, что у нас здесь? Нет, пока что я этих данных не вижу. Далее, сегодня у нас с вами... В 16.30 потребительские цены по Соединенным Штатам. Это, по сути дела, ключевая такая важная точка, на которую будет обращать внимание американский регулятор перед принятием решения завтра о повышении процентных ставок. Сегодня начинается во вторник заседание, завтра оно продолжится, и завтра будет объявлено о решении Федеральной резервной системы, как они поведут себя в текущий момент. И вот, повторяю, это... последняя точка, на которую они будут обращать внимание. Годовые данные по индексу потребительских цен ожидается рост на 0,4%. До этого был рост 0,2%. И стержневой, так называемый core индекс, это который считается без учета товаров продовольственных и цен на энергоносители, это наиболее, которые волатильными являются. Вот если их вычитать, да, то у нас инфляция должна составить порядка 2%. Посмотрим, какие реально будут выходить данные.
19.45 сегодня выступление главы Банка Англии Стивена Полоза относительно его видения текущей экономической ситуации в Канаде, и, возможно, будут какие-то комментарии относительно дальнейшей кредитно-денежной политики. С учетом того, что сейчас происходит с канадской валютой, поскольку она очень нефтезависимая, очень большая волатильность по канадскому доллару. Посмотрим, каков будет тон его выступления. Наверняка он постарается уменьшить те колебания, которые сейчас происходят, и, возможно, внести какую-то ясность, возможно, какую-то хотя бы пусть временную стабильность. Среда. Завтрашний день, пожалуй, является ключевым и для этой недели, и для текущего года, поскольку у нас в 22 часа решение по процентной ставке Федеральной резервной системы и пресс-конференция по тому, как поведет себя американский регулятор. Текущая ставка находится на уровне 0,25, ну и считается, что вот здесь у нас по прогнозу небольшое повышение на 12,5 базисных пунктов, то есть если у нас было значение 0,25, то теперь будет 0,375. Примерно на 12,5 базисных пунктов хотят поднять, но в некоторых источниках я видел, что речь идет о 25 базисных пунктах. Посмотрим, каково будет повышение. Сейчас не будем гадать на кофейной гуще. И уж тем более совершенно бесполезно предполагать и делать какие-то предположения, как отреагируют рынки на завтрашние события. Все будет зависеть еще не только от того, насколько повысит процентные ставки американский регулятор, но и каковы будут комментарии, что скажут руководители Федеральной резервной системы относительно дальнейшей траектории и дальнейших сроков самого цикла повышения процентных ставок. То есть то, на что сейчас рынки смотрят с максимальной пристальностью. То есть очень внимательно за этим все следят. Далее у нас с вами в четверг практически нет важных данных, такие, которые бы были очень-очень важными. А вот в пятницу у нас решение Банка Японии по процентной ставке и пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Англии. Мы с вами знаем, да, мы об этом уже с вами говорили, что японский регулятор совершенно однозначно заявил, что они не будут предпринимать абсолютно никаких действий со своей национальной валютой до тех пор, пока ФРС не определится повышение процентных ставок. И вот момент истины наступает. В среду у нас с вами решение ФРС, комментарий ФРС. И в зависимости от этого посмотрим, как поведет себя японский регулятор, какие будет предпринимать действия. Судя по последним данным, которые выходили, и по тем комментариям, которые были со стороны главы Банка Японии господина Куроды, он говорит, что вряд ли мы сейчас будем менять кредитно-денежную политику, но в каких-то экстренных случаях, если нужно будет воздействовать, а в данном случае наверняка речь идет о том, что если вдруг начнет укрепляться японская иена, то немедленно Банк Японии может прибегнуть к стимулирующим мерам и предпринять все необходимые действия для того, чтобы постараться избежать укрепления, тем более сильного укрепления японской иены. Ну, а такой вариант, в принципе, конечно же, возможен. Вот, ну и последнее событие на этой неделе у нас с вами в пятницу, это индекс потребительских цен по Канаде. Годовые данные ожидаются рост на 1,5%, а основной индекс потребительских цен, тоже данные по году, рост в 2,3%. Посмотрим, какие будут данные выходить по факту. Если данные совпадают или окажутся лучше, это приводит к укреплению, в данном случае, канадского доллара. И если данные оказываются хуже прогнозных значений, то, соответственно, канадская валюта на этих данных может подешеветь. Вот примерно такой у нас с вами новостной фон на эту неделю. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Если у вас есть какие-то вопросы, лучше всего написать коротенькое слово «есть» и затем свой вопрос задать. Если же вопросов нет, ставьте плюсик, мы пойдем с вами дальше и посмотрим, как ситуация развивается с технической точки зрения на сегодняшний день. На текущий момент. Итак, жду, когда вы отреагируете. Повторюсь, если есть какие-то вопросы, лучше написать коротенькое слово «есть» в начале и затем свой вопрос задать.
Итак, вопросов нет. Давайте пойдем дальше, посмотрим технику, что нам говорит технический анализ. Как обычно, начинаем с просмотра нефтяных котировок. Нефть марки Brent вчера достаточно низко опускалась в течение торгов, но вот если посмотреть на дневной график, потом произошел достаточно серьезный разворот, и цены очень неплохо скорректировались и пошли наверх, и поднимались даже в моменте выше уровня 38. На текущий момент пока что продолжают торговаться тоже выше уровня 38, и динамика пока что у нас с вами положительная. Посмотрим, как закроются цены. Цены сегодня опять касались своего среднедельного значения, где-то на уровне 38.75. Это касается нефти марки Brent. Если посмотреть на нефть марки WTI, картиночка достаточно похожая, то же самое, да, посмотрите, если посмотреть на часовом таймфрейме, у нас вчера цены разворачивались и очень хорошо развернулись, закрылись значительно выше, чем открывались в течение вчерашнего дня. Сегодня динамика чуточку, но тоже пока что положительная на текущий момент, вот почти что доджик у нас с вами, посмотрите, да, то есть сейчас прямо на ценах открытия находятся текущие котировки. Посмотрим, как закроется день. Это у нас с вами была нефть. Теперь смотрим на индекс американского доллара, который, в общем-то, застыл практически, ожидая завтрашнего решения американского регулятора по процентным ставкам. Посмотрим, какова будет реакция рынка. Пытаться предугадать ее совершенно бессмысленное занятие, даже если ставки будут повышены, это не дает никакой гарантии, то, что американский доллар будет укрепляться. Все будет зависеть от того, как рынки на это дело отреагируют, какова будет риторика, не дай бог, какие-то неосторожные слова завтра на пресс-конференции после того, как будет принято решение. Неоднократно мы с вами были свидетелем того, что несколько неаккуратно оброненных слов воспринимались рынками совершенно неадекватно, и рынки начинали реагировать совершенно парадоксальным образом. Поэтому не будем здесь гадать на кофейной гуще, посмотрим, как будут развиваться события, как отреагируют рынки на и решения завтрашнего американского регулятора, и на комментарии. Теперь давайте посмотрим на шестерку мажорных валютных пар, которые составляют этот самый индекс американского доллара, и начинаем, как обычно, с пары евро-доллар, формализованный подход. Смотрим на трендовую консервативную торговую систему. Диапазон у нас с вами не торгуется, поскольку цены находятся в средней трети. Так вот, сегодня тренд восходящей фазе импульса, судя по одному трендовому индикатору, а второй трендовый индикатор говорит, что сегодня фаза отката. Тоже бычья доминанта, но в неактивной фазе. Здесь фаза активная, здесь фаза пассивная. И поскольку у нас нет с вами совпадения двух трендовых индикаторов, значит, мы обязаны сделать вывод, что сегодня день не торговый и лучше в рынок не входить. Поэтому по евро-доллару сегодня не торгуем, только наблюдаем за тем, что происходит. С точки зрения трендовой консервативной торговой системы, если кто-то торгует агрессивно, то там вы можете сделать совершенно другие выводы, это ваше право. Теперь британский фунт, который стерлингов, смотрим, что у нас здесь. Тренд восходящий в фазе отката, и то же самое подтверждает индикатор USMA. Сегодня день не торговый, и по британцу сегодня лучше в рынок не входить, поскольку откат, который был вчера, он был достаточно глубоким. Да? Вот посмотрите, у нас донышко опустилось ниже предыдущего. Вот за счет этого как раз, собственно, и день. Сегодняшний день у нас стал с вами не торговым, поэтому по британцу выступаем только в качестве сторонних наблюдателей. Смотрим из чисто академического интереса. Практически никаких действий именно с точки зрения практики не предпринимаем, поскольку здесь неопределенность. Неактивная фаза по обоим трендовым индикаторам. Хотя доминанта и бычья, здесь неактивная фаза и здесь. Поэтому находимся, повторюсь, вне рынка. Австралийская валюта. Смотрим, что здесь. Тренд восходящий, тренд нисходящий. Здесь трендовые индикаторы просто впрямую друг другу противоречат. Здесь доминируют быки, здесь доминируют медведи. Значит, в целом делаем вывод, что сегодня ситуация нейтральная и лучше в рынок не входить по австралийцу. Ждать, пока будет какая-то определенность. Кто-то будет задавать тон, либо быки, либо медведи. Закончили с триадой обратных котировок. Может быть, у вас какие-то есть вопросы. Делаю маленькую паузу, жду, пока вы отреагируете. Если есть вопросы, напишите коротенькое слово «есть». Я сделаю паузу и подожду, пока вы свой вопрос напечатаете.
Дальше постараюсь на ваш вопрос ответить. Если же вопросов нет, ставьте плюсик, пойдем дальше и посмотрим, как у нас себя ведут прямые котировки. Вопросов нет, идем дальше. Итак, три ряда прямых котировок. Начинаем, как обычно, с пары доллар японская иена. Тренд, нисходящий в фазе импульса. Теперь очень важно посмотреть, как ведет себя гистограмма. Здесь у нас со знаком минус 23-28. Здесь значение 22-00. 22 – это меньше, чем 23, значит, гистограмма повышается, находясь ниже нулевой отметки. Это говорит о том, что здесь фаза активная, фаза импульса, а здесь фаза отката, фаза пассивная. Значит, в целом сегодня нейтральный день, и в рынок лучше по японской иене не входить. Далее смотрим швейцарский франк. Тренд, нисходящий в фазе импульса, говорит индикатор связка скользящих средних, и индикатор OSMA растет, находясь ниже нулевой отметки. Здесь фаза импульса, здесь фаза отката. Фазы не совпадают, значит, в целом делаем вывод, сегодня лучше не торговать. С точки зрения, повторяю, консервативной трендовой торговой системы. Теперь смотрим канадскую валюту. Тренд, восходящий в фазе импульса, и гистограмма понижается, находясь выше нулевой отметки, тем более, что у нас еще здесь есть диверочек. Значит, сегодня в рынок лучше не входить. Ни одна из мажорных валютных пар нам сегодня торговать не позволяет. Смотрим последний финансовый инструмент – это золото. Что у нас с вами по золоту? Достаточно узковолатильный день. Вчера котировки достаточно серьезно снизились. И, кстати, вот этот уровень, который здесь есть, уровень двойного касания, его нужно уже перестроить. Сейчас давайте на недельном графике с вами немножечко это дело поправим. Иначе у нас там необъективная картиночка. Уровень двойного касания уже переместился с вами. У нас с вами. И мы поступим вот таким вот образом. Более корректно проведем. Итак, смотрим внутреннюю структуру. Индикатор находится в районе своего нейтрального значения, в районе 50. Значит, сейчас ситуация неопределенности, лучше подождать. Но и до выхода решения ФРС по процентным ставкам, думаю, вряд ли здесь произойдут какие-то серьезные изменения. Локально могут быть движения какие-то вверх и вниз. Вот, но существенных подвижек, наверное, ждать пока что не стоит, пока не выйдут данные, не определится американский регулятор. Вот примерно так у нас выглядит с вами картиночка по нашей консервативной трендовой торговой системе. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции, пожалуйста, отреагируйте. Если есть какие-то пожелания, напишите. Если пожеланий нет, ставьте плюсик. Делаю небольшую паузу, подожду, пока вы отреагируете. Так, какова будет ваша реакция? Ну что ж, похоже, вопросов нет. Это не может не радовать. А, есть все-таки пожелания, хотят посмотреть трудящуюся агрессивную торговую систему, которая называется «Могучий аллигатор». Давайте посмотрим, что у нас по крокодилу. Итак, евро-доллар. Цены в пасти аллигатора. Пасть была открыта вверх. Крокодил у нас с вами не заснул. Значит, начинать торговать пока что нельзя по евро-доллару. Смотрим по британцу. Цены пошли в бок. Крокодил пасть закрыл. Но давайте оценим межфрактальное пространство, что у нас здесь с вами. 35 пипсов, но в принципе можно. Не идеальная, конечно же, ситуация, но в принципе попробовать можно. Итак, у вас опорный максимум – это опорный минимум. Значит, для покупок используйте опорный максимум, добавляете спред плюс 1 пипс, ставите отложенный приказ buy stop. Для продаж ставите отложенный приказ sell stop ниже на 1 пипс, ниже опорного минимума. Входите по первому измерению только одним юнитом. Юнит – это 1/10 часть от общего объема сделки. Ни в коем случае никаким другим объемом входить нельзя. Только 1/10 частью от общего объема.
Повторю, ситуация не самая благоприятная, но, в принципе, если уж очень есть желание, то попробовать, конечно же, можно. По австралийцу. Картиночка совсем другая, пасть была открыта вверх, она еще не закрылась, и хищник пока что не заснул и не проголодался. Японская иена. У нас переплетаются зубы, губы и челюсти аллигатора, но межфрактальное пространство 61 пипс, больше допустимого, более 40 пипсов, даже тем более 65 пипсов, да, по иене. Не оптимальная сейчас картиночка, поэтому лучше подождать. Канадец. Цены постоянно меняют направление, пасть открывается то вниз, то вверх. Чавкающий, так называемый аллигатор, чавкающий крокодил, поэтому здесь лучше подождать, пока рыночная волатильность снизится. Канадец, нет опорных точек наверху, ждем, пока опорные точки появятся, и опять же идеальный вариант, когда хищник полностью заснет и проголодается. По новозеландцу смотрим, пасть открыта вверх, начинать торговать нельзя. Вот примерно такая картиночка у нас с вами по нашим валютным парам. Вопросы есть какие-то? Жду вашей реакции. Вопросов нет? Ну что ж, тогда давайте будем прощаться. Я благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательны и осторожны. Берегите себя.